Команда сборной Арктики представит наш регион в финале Лиги КВН Поволжья. За 20 лет, что Архангельская область участвует в игре, это всего третий раз, когда наши выступают в решающей стадии турнира. Серьезными достижениями ребят сегодня поздравил глава региона Игорь Орлов. Планы у сборной Арктики грандиозные. Уже в 2019 году команда планирует попасть в телевизионную лигу. Для этого нужно стать победителем Лиги КВН Поволжья. Игра пройдет 19 декабря, а затем достойно выступит 13 января в Сочи на международном фестивале команд КВН. Сейчас ребята готовятся к сложным играм. Мы постоянно собираемся, пишем шутки. На самом деле процесс написания шуток не такой веселый, как уже их показ на сцене и само выступление. Чаще всего это грустные лица, которые сидят над блокнотами, либо над телефонами, и потом зачитываются друг другу, обсуждаются мысли. Так или иначе, каждый привносит свой талант. Игорь Орлов пожелал сборной не пытаться повторить успех архангельской команды «Поморы», которая дошла до полуфинала телевизионного КВН в 2014 году, а идти выше. Я хочу, чтобы и лига жила наша, и развивалось само движение. Все, что нужно от этого, вместе с коллегами, по их соответствующим посылам и настроям мы сделаем. В этом плане можете не беспокоиться и чувствовать себя достаточно уверенно.